трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В правила дорожного движения внесены очередные изменения. В частности, в документе теперь присутствуют термины «электромобиль» и «гибрид». Появились новые знаки. Например, место для стоянки индивидуального транспортного средства с электрическим двигателем, автозаправочная станция с зарядкой электромобилей и другие. Есть новшества и для велосипедистов. По достижению 14 лет можно двигаться по тротуару. В противном случае требуется сопровождение взрослого. Трасса 101. Российские власти не дадут производителям и продавцам бензина завышать его стоимость, но и принудительно снижать цену топлива чиновники не собираются. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, если горючее у нас будет дешевое, то к нам за ним потянутся жители соседних стран. Тогда придется установить железный занавес, отметил глава государства. Трасса 101. Начался прием заказов на Kia Rio нового поколения. Минимальная стоимость автомобиля – 669 900 рублей. Базовая версия предшественника стоит на 19 тысяч меньше. Дешевле на 45 тысяч обойдется и собрат по платформе Hyundai Solaris. Как и анонсировалось, у четвертого поколения Rio появился новый двигатель объемом 1,4 литра мощностью 100 лошадиных сил. По-прежнему доступен и мотор 1,6 с отдачей 123 лошадей. Коробка – шестиступенчатая механика или шестидиапазонный автомобиль. Трасса 101. Министерство финансов раскритиковало предложение Совета Федерации об отмене транспортного налога и увеличении акцизов на бензин. По мнению представителя ведомства, для государства это выгодно только если у каждого автовладельца имеется одна машина, и он пользуется ей постоянно. Если же один человек располагает несколькими авто, то пусть он лучше оплачивает налог. По данным Минфина, в прошлом году этот сбор принес в казну 412 миллиардов рублей. Автомобилисты стали реже покупать видеорегистраторы. Об этом говорится в отчете одного из крупнейших российских интернет-магазинов. Кроме того, снизилась до 6 тысяч рублей средняя стоимость приобретаемого гаджета. В целом же разброс цен довольно большой – от 900 до 45 тысяч рублей. В десятке самых приобретаемых регистраторов лидируют устройства брендов CarCam и Xiaomi. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.